когда проходят русские марши и притесняют всех людей с иным цветом кожи, кроме белого. То есть избивают наших мигрантов, не только наших там таджиков, узбеков, и не только мигрантов, даже граждане России с другим цветом кожи страдают. Это национализм. Не надо быть националистом, а надо быть интернационалистом. Надо уметь решать свои национальные вопросы, проблемы, а не вот таким образом. Вот недавно в Москве в каком-то торговом центре произошло инцидент, очень трагедия. Ну, в концовке там один кавказец убил вроде простого российского гражданина. Но за этот инцидент не все же виноваты, не все кыргызстанские этого мигранты. После этого случая вот в интернет-сайтах, в средствах массовой информации каждый день передают, что творится в городах России. Каждый день мигрантам такое фашистское отношение. Да, я фашистов ненавижу. Я вообще не понимаю, народ, который, вот страна, которая пострадала, столько дедов погибло от фашизма. У меня дед тоже воевал, получается. Я их, ребята, не с теми воюют. Бомбить надо не трудовых мигрантов, а нужно ментов, которые закрывают на бордели, на продажу наркотиков. Я говорю, вместо того, чтобы гастарбайтера кого-нибудь завалить, я говорю, что это поступок? Втроем там кого-нибудь завалить на перо. Ты иди мента посади, который прикрывает этот пинтон на перо. Мента посади на перо или расстреляй мента, который прикрывает этот бордель. Я бы это понял, это по-пацановски получается. А втроем какого-нибудь одного завалить? Я честно говорю, я к азербайджанцам тоже плохо отношусь. Я в Питере служил, в военной академии связи, в Петербурге. Я видел, что такое Некрасовск рынок, когда засилили азербайджанцев, они тоже доставали, получается. Да, не нравится мне этот народ, получается. Но я не хочу, чтобы... А кого они будут бить, вот эти вот скинхеды? Они не азербайджанцы. Будут гонять. Они будут гонять добрых киргизов. Вот я не хочу, чтобы они, добрых ребят из Кыргызстана, которые приехали подметать улицы, строить дома, они их будут гонять, получается. Вместо того, чтобы гонять ментов, которые прикрывают вот эти структуры незаконные. Я говорю, если хотят пацаны получить, пусть они на меня посмотрят. Пацаны, мента завалишь, это считается. Гастарбайтера втроем, короче, это фуфло.